Так, здравствуйте, дорогие интернет-зрители, с вами снова Скудер, и мы продолжаем проходить Gran Turismo 3 A-Spec. Ну и так, в прошлой серии мы с вами, значит, закончили лицензию B, чуть было не сказал на золото. Нет, не на золото, просто закончили. Ну и в этой серии я решил, давайте мы с вами, наверное, лицензию класса А сразу пройдем, потому что там не так много чемпионатов есть, которые мы сейчас сможем на лицензии Б пройти. Ну и это ограничение искусственное, как бы. В общем, все равно надо будет ее получать. Даже уже в чемпионатах от Beginner там последних понадобится эта лицензия. Поэтому приступаем. Так, первое задание и машина. NSX Type S Zero. Вперед. Так. Такое задание у нас было. В общем, в третьей части я смотрю задания все, ностальгия такая по прошлым частям, по прошлым заданиям из прошлых частей Gran Turismo. Так, первый песочный поворот на Гранд Воли. Надеюсь, удастся хоть одну лицензию на серебришко сдать. Так, бронза. Ну ладно. Так, начало положено. Что у нас тут под циферкой 2? Ух ты, Skyline. GTR V-Spec 2. 34-й и первый поворот на Лагуне Секе. Так, такое задание, по-моему, тоже у нас было во второй части. Кстати, на полноприводных машинах еще не доводилось ездить. Сейчас посмотрим, чем оно отличается. Хоть на этом коротке. Ой-ой-ой-ой. Так, что такое? Вроде бы не задел колышек. Подсуживают, ребята. Это просто ветер был. Так, ладно, попытка номер два. Носом, ну, надеюсь, сдали. Так, опять бронза. Не хватило чуть меньше 0,3 на серебра. Ладно. Главное, сдали. Главное, получили. Пропуск дальше. Так, что у нас тут? Midfield Raceway. И опять первый поворот. Honda S2000. Ну, тут прям в лицензии А специализируемся по первым поворотам. Ну, в принципе, да. Начало гонки как никогда важно. В первом повороте, как говорится, гонки не выигрываются, но в первом повороте они проигрываются. Поэтому очень важно стартовать хорошо и выйти хорошо именно в первый поворот. Тысяча такая.
хорошая машинка. Неплохо управляется. Эх, чуть-чуть до серебра не хватило. Каких-то 65 тысячных. Ну ладно. Опять же, главное, сдали. Ох ты! Ну, во второй части тоже такое задание было. Mazda RX-7. Даже радиус указали. 60 метров радиус. Что это нам только дает? Что я, зная радиус, буду тут кривизну поворота вычислять? Ну ладно. Только я помню, по малому кругу мы на Демио ездили во второй части Гран-туризма. Ай-яй, носит, блин, тут как можно ближе надо к внутренней бровке. Все равно тут надо к физике гораздо больше привыкнуть, чтобы миллиметровать там вот возле конусов этих на внутренней траектории. Так, ладно. Бронза есть. Что там дальше? Радиус больше. То же самое, только с большим радиусом. А и машина, главное, та же. RX-7. Так, ну-ка. Может, на большем радиусе получше будет. Эх, даже успеваю на тень поглядывать. Тень так прикольно играет. От фонарей перемещается. Блин, классно все-таки. Заскочил, блин, на бортик. Но 56, блин, опять чуть-чуть не хватило до серебра. Обидно. Обидно, когда вот так. Так, две лицензии, три осталось, да? Так, что дальше? Так, опять Midfield. Ух ты, англичанин. XKR купе. О, это уже с начальной скоростью стартовый. Ничего себе. Такое задание тоже было во второй части. Ну, может, тут хоть серебро будет, нет? Да. Ха-ха. Что-то я засмотрелся на время сначала. Даже не понял, что получил серебро. Хорошо. Ну, как я говорил, одно получили, все. Задача минимум, максимум выполнена, все, можно забить. Дальше получать только железо. Камаро Z28. Так, а что это за трасса? Ром? А, не Ром, это R246. Япония, походу. Так. О, это не R200, это Сиэтл, ё-моё. Здравствуй, дорогуша.
Как я рад. Я и забыл. Здесь же Сиэтл есть тоже. Замечательно. Ай-яй-яй. Бам. Приехали. Слишком я обрадовался. Нельзя позволять эмоциям захлестнуть тебя. Кстати, вот Камара Z28, по-моему, это последняя его модель, ведь Камара дальше именно вот Z28 не выходили. Вот этот свежий Камара — это модель SS, а Z28... Ух ты, опять серебро! Ну, это мы перевыполнили, это зря, это, конечно, зря. Не одобряю, нет. Два серебра — это уже слишком. Не одобрят ведь. Так, ну ладно. Ух ты, Lancer Evolution 4 GSR. И опять Midfield. Угу, 140 км в час стартовая скорость. Как много уже. Ну, есть более крутые хоть тачки, дали покататься. У нас пока, кроме нашей Миаты-то, ничего и не было. Так. Нельзя, да, вылетать? Нельзя. Ох, блин. Хотя, помнится, во второй части вот именно такое же задание тоже было. И там можно было вот туда за поребрик вылететь. Ладно. Пофиксили этот баг. Лицензии на Midfield детали. Так, 15993 тоже, в принципе, до серебра было не так далеко. Ну ладно, мы и так два получили. Задача-то перевыполнена. Куда еще третья? О, да! Че так небрежно кидать мою лицензию? Вы че, блин? Не уважаете меня, что ли? Блин, ну... Взяли, швырнули мне ее так просто, типа, на тебе. Так. Ну что же, вот, собственно говоря, и все. Лицензия получена. Я все-таки думаю, в следующей серии уже... Ой, опять я в лицензии зашел. Где тут чемпионаты? Сейчас у нас в бигинере все открыты полностью. Чемпионаты. Даже вот последний этот. Да, тут лицензия нужна. И половина где-то чемпионатов открылась следующей сложности. Amateur League. Так. Ну туда, тут уже International B нужна. Но есть много и где А. Лицензия. Но в следующей серии все-таки мы чемпионаты попроходим какие-то. Вот, на какие нам силенок хватит. Вот. А, наверное, через серию надо будет еще и International B сдать лицензию. Ну, посмотрим, как там будет. Что вообще за машины нам будут давать. Может, пока и не придется лицензию следующую сдавать. Вот. Так. Ну что же, ладно. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте большие пальцы вверх, если вам, конечно, понравилось. Ну и с вами был, как всегда, Скудер. Всем пока-пока, увидимся в следующей серии.